Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 36 на странице 19. Рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. Запиши выражения и вычисли их значения. Из числа 80 нужно вычесть разных чисел 54 и 4. Пишем 80 минус, скобки берем разность, это вычитание, 54 минус 4. Сначала выполняем действия в скобках. 54 минус 4 равно 50. 80 минус 50 равно 30. Произведение чисел 9 и 4 увеличить на 20. Произведение чисел – это умножение. 9 умножаем на 4. Увеличить на 20 – значит прибавить 20. Сначала выполняем умножение. 9 умножить на 4 равно 36. 36 плюс 20 равно 56. Делимое 32, делитель 8, найдите частное. Делимое, делитель частное – это название чисел при делении. 32 разделить на 8, получится 4. Сумму чисел 6 и 3 умножить на 3. Сумма чисел – это сложение. 6 плюс 3 умножить на 3. 6 плюс 3 равно 9. 9 умножаем на 3, получится 27. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.